сильным ветром и волной во время штормовой погоды на Анапский берег принесло много мусора и водорослей. Сотрудники предприятия «Объединение курортных услуг» и днем, и ночью проводят работы по наведению порядка на побережье. С утра на уборку пляжей выходят несколько бригад по 20 человек. Собирают выброшенные штормом бытовой мусор, ветки деревьев и морскую комку. Позже подключается 10 единиц спецтехники – трактор, погрузчик, самосвал. Рабочие практически без остановки. С полшестого у нас развод. В 6 часов начинаем работу. До 9, пока людей нет, если их нет. Если есть, тогда до обеда. Там люди все равно появляются и возмущаются, что техника ходит, поэтому мы вынуждены заходить в гараж. И с 9 часов вечера уже начинают работать погрузчики, грузовая техника. И до 5 часов утра. За прошедшие штормовые дни с пляжа Анапы было вывезено 82 машины водорослей по 20 кубометров и 26 тракторных прицепов бытового мусора. Сотрудники МУПАКУ продолжают убирать Анапский берег от морских отходов в усиленном режиме, чтобы пляжи курорта оставались в чистоте и порядке.